И вдруг что-то тут происходит. Мы видим, какие гномики, блин. Это... Привет, мои хорошие. Сегодня будет мега-влог, потому что сегодня мы отправляемся на шашлыки с моей семьей, с моим братом, с его женой, моей племянницей, с моей сестрой, с моим племянником, с ее подругой. Я и Деник. У нас шашлыки, и, в общем, все сейчас в попыхах. Малыш мой спит первый раз сегодня. Сегодня сколько времени, не знаю, сколько время. Я уже сходила на почту, получила посылку. Не знаю, что за посылка. Самое интересное, может быть, покажу вам здесь, может быть, в обзоре. Ну, посмотрим, что прислали сначала. Вот, ребята сейчас спускаются. У меня в машине бордель просто какой... Не открывается машина. И мне жарко, я куртку одела на всякий случай, чтобы не заболеть. Вот я всегда перестраховываюсь. Мне лучше пусть будет жарко, чем холодно. У меня в машине его набрала там для малых. И еще сегодня я хочу исполнить свою мечту, которую долго-долго мечтала уже. Я вам покажу, и этот самый момент, когда он наступит, я скажу вот о чем я мечтала. Так что оставайтесь со мной. Познакомлю вас со всеми, кто захочет, конечно, познакомиться. Ой, ну не все любят сниматься, короче, а тут лошадки. Ай, красота. Короче, здесь Сосновый Бор, мы куда едем, Сосновый Бор, здесь есть ипподром рядышком. И здесь вот катаются лошадки красивые такие. Как круто. Ой, прям энергия чувствуется. Все, мы сейчас заезжаем в рощу. Это у нас, короче, вот здесь есть проезд в одном месте. Мы сейчас заезжаем туда вглубь, покажем, что там будет. Сниматься у нас любят не все. Брат мой не хочет. Ну и не надо. Сестра будет зато. Сестра будет, все, подруга и племянник будет. Привет! И дочка Жанна. Всех познакомлю, в общем, кто захочет. Все, поехали внутрь. Вот такие подготовления у нас идут, пакеты, девчонки, он что-то там стелят. Да, сейчас мы так быстренько. Сеструха моя тут по делам, все дела, деловая женщина. Жанна. А будем отдыхать. Да. Ой, поляна, ой. Тимка следит за своими братьями и сестрами, все спят, чтобы не проснулись. Тимка, ты что там, следишь за братьями и сестрами? Да. Чтобы не проснулись, не плакали? Ты заботливый такой братик. Что ты там рассказывала о том, что задом, если ходить? Короче, если задом ходить, ну вообще бегать. Сказали, 600 калорий в час, по-моему, сжигается. Быстрее, чем передом? Если ходить, то ну, хотя бы 350 сожгется. Быстрее, чем передом? Да. В два раза? На 600, ну, сказали, сжигается больше. Блин, аккуратно. Прикинь, ты сейчас такая падаешь, как я обычно. Сколько? 10 грамм зажгла? Да ты худенькая. Да. Такая вся стильная, рыжеволосая бестия. Мы на гору пошли. Я как бы на диете, тут выложили, я увидела пирожки. Знаете, вот как бы диета диетой, но раз в пятилетку вот так выбираемся, я сегодня нажрусь. Я, в принципе, у меня не запущенная стадия. Результат уже практически какой я хочу. И думаю, с одного раза ничего не будет. Ой, потом съем этот батончик, который там все очистит. Тимур, найди палочку. Пирожок с капустой домашний. Что-то я прям резко так сказала, обожрусь. Ну подумаешь, съела вот таких два маленьких пирожочка. И только через час или через сколько будут готовы шашлыки? Через меньше, твоя коронная фраза 40 минут. Все, такой, через сколько ты приезжал, через 40 минут? Ну вот через 40 минут показывать тех, кого можно показывать. Через 40 минут... Чё это? Потом. Мой брат не хочет показываться на камеру. Еще и говорит, не говори им. Вообще. Может, голос его послушайте. Ой, да тебя, знаешь, видели, между прочим, в Инстаграме на фотке. Сказали, что у меня супер-мега-красавчик-брат. Чё это он прячется? Ладно. Я к чему? Вопрос. Ну, типа, да, такой, издалека вопрос. Я к чему, что... Вот я съела два маленьких пирожка, вот такие прям сделала Жанна пирожочки маленькие с капусточкой. Я прям утолила голод, желудок маленький. И...
не менее пирожочки. Да, я же показала эти. И вот сейчас будет шашлык готов, я съем тоже маленький кусочек шашлыка, покажу вам. Да, так что все под контролем. Вот о чем я говорила, о чем я мечтала. Нет? И твой нос только покажу. Руки твои. И сильные мужские руки. Вот. Видели, когда сильные мужские руки? Вот они. Ладно, со спины пока. Красавчик мой. Красавчик мой. Родименький. Поляна. Я вдруг спохватилась, где мои дети? Они вон, они на горе. А ну пойдемте на гору. Здесь, короче, прикольное место. О, а что я торможу? Вот они гуляют. А здесь мотоциклисты, мотоцикл. О, какая красота тут. Вон мы сидим, да? Круто. Тетя! Мы на горе. Мы на горе. Классно. Слушай, мне нравится это место, очень клевое. Надо будет еще сюда как-нибудь прийти. Все уже. Я-то думала, здесь будет сейчас скат нормальный. А так скатились, как на велосипеде. Катька говорит, вот это вот место самое шикарное. В общем, не знаю, что тут видно. А мне нравится солнышко. Оно, я не знаю, передает или не передает, но оно так красиво растеклось. Небо вообще шикарное. Небо! Мне больше нравится танцевать. Я пошла плясать. Сына пошел по рукам. Мать отдыхает. Заново. То я не записывала, значит, то я, то музыка. Рекламы нет. Нет рекламы. Нет рекламы на моем канале. Закончилась наша супер-мега-позитивная музыка. Сейчас мы его подзарядим и снова будем плясать. Шашлык готов. Настя, Настюля. У меня это на всякий случай все-таки. Тут у нас это дети. Шашлык. Там на фоне Жанна поглощает с удовольствием. И вот. Ну, у меня курочка. Давай, вообще нереально вкусный шашлык. Вообще кайф. Спасибо, братюня. Ой, грибочек пришел, рыбка. Рыбка вообще супер нежная. Да, девчонки? Да, очень. Правда, у меня гриб уже. Да, девчонки? У меня гриб уже. Гриб. И все спасибо нашему мужчине. Вот они. Волшебному моему мужу. Вот они его золотые руки. Волшебник. Всем привет. Вуаля. Настя, а что это у тебя такое? Сиська. Сиська? Зачем ты бросишь? Фотоаппарат. На тебе елочку. Фотоаппарат. Глазки только. Не, наверное, не надо. А? Иду. Как там это, когда профессионалы играют, они делают вот так. И вдруг что-то тут происходит. Мы видим, какие гномики, блин, это дети. Гномики. Ой, красота! А играть будут? А, это фотосессия.
Какие девочки красивые. Ну что, красивый, красивый вид. Куча народу. Фотосессия, короче, детей. А ну посмотри, Настя, посмотри, Милана не умеет играть. Я думаю, тут представление будет. Это не представление. Это просто фотосессия детей. Пошли играть. Пошли играть дальше. Это просто фотосессия деток. А мы такие приготовились уже. Сейчас будет это музыка. Я говорю, играть будут, она не умеет они играть. А там тры-тры. Настенька, ты чё? Моего ребенка утащили в лес. С братиком. И моей сестрой. Чё вы там делаете? А? Ничего себе, много желудей нас. Ну-ка, покажи мне желуди. Это дубовая роща, это реально желуди. Можно делать аппликации. Ух ты! Вот это желуди, они в фокусе. А Денник хотел съесть листик. Я ему не дала. Вот ты Денник! Ой, Денник! Мы пощупали дерево, мы посмотрели на травку. Ну все. Узнали, откуда шишки падают. Откуда дети берутся? Нет, откуда дети не рассказывают. Ой, кайф. Погрейтесь со мной, мои девочки, кто еще не вышел на природу. Я делюсь с вами этой теплотой. И вот он, мой брат. Что, мы тоже пойдем посмотрим на гномиков. Вы тоже на гномик? Смотрите, давай. Слышишь, раздуй, она будет красная. Кайф. Кайф. Ух ты! Палочка. Ух ты, что сейчас будет? Смотри, что Тима тебе достает. Смотри. Тимка, главное громко, а то музыку не слышно. Ух ты! Вот так. Бери, Настюша, игра. А мы побежали. Играть. Играть скорее. А чё музыка так тихо? Заканчивается. Да откройте, ребёнок. Ничего себе, как мы тут играем. Угорает. Ну все, прощаемся тогда. Фокус, вернись. Прощаемся, сынуля, прощайся со всеми, поедем уже домой. Говори, пока-пока. Пока-пока. Пока. Пока. Там толпень. Все, помчали домой. Пришла домой и, конечно же, после шашлычков первым делом пресс качать. Вот я и качаю. Уже сделала 50 раз вот так. Вот так. Потом 30 раз вот так ноги поднимаю. Ну, короче, одни ноги только. А сейчас я поворачиваюсь боком. А что я вам сейчас все рассказываю? Я вам отдельный ролик сниму. Как я все качаю. Просто знайте, что я это делаю сейчас, после шашлычков. И сейчас очищающий кисель из программы Леовит буду пить. А малый спит, поэтому я тихо. Такие фингалы, кажется. Вот тут как свет падает, блин. Как свет. Так раз и нормально. Так раз и синяки. Вот что-что. Пресс обожаю качать, всегда любила его качать в школе, но почему-то я ненавижу приседать, хотя от приседа очень хорошо качается попа. Так что я сейчас поприседала, пресс поделала,
А приседать не хочу. Попозже. Я пить хочу. Сейчас попью кисель. Кстати, из программы Леовит самый вкусный кисель, очищающий. Этот. Вот я пробовала и для глаз, и витамины. Вот что-то не то. Ну, какие-то вкусы там присутствуют. А этот, он такой вот красненький. Классный вообще. И вкусный. Ну, реально. Сейчас должен постоять немножко. Ой, ну что, я классно провела время, на самом деле. Мы в первый раз вот так собрались все вместе. Всех своих детей собрали вместе, пофотографировали. Ну, на память, да. Посмотреть потом, как они будут расти, схожести там какие-то. Вот. Мало, конечно, его там таскали на руках, все, он весь энергии очень много, видимо, потратил, эмоций. И спит сейчас, дрыхнет без задних ног. Вот. Ну, а я сейчас что, сяду в YouTube, посмотрю комментарии ваши, в Инстаграме посмотрю. Кстати, на Инстаграм оставлю ссылку. Там уже, конечно, этот влог я выложу через какое-то время, потому что у меня монтируется видео и уже есть, да, которое выкладывать. А в Инстаграме уже все в курсе, кто подписан на Инстаграм. Я тоже там и плясала, и танцевала, делилась своими впечатлениями. Так что подписывайтесь на Инстаграм, фотку я оставлю здесь. И вот здесь или здесь будет мой Инстаграм. Подписывайтесь. Кстати, сейчас в последнее время я прям офигела, начали очень активно подписываться зрители в Инстаграм вообще, и я вас рада вообще приветствовать. Я прям немного была в шоке, потому что сначала подписывались... Прям небольшое количество такое, знаете, подписчиков. А сейчас прям вообще, ну, то есть за один день 400 человек. Это о чем-то говорит. Я же глазам своим не могла поверить. Вот. Так что я вас жду, welcome. И там мы прям практически вот так вот. Онлайн называется, что, да. YouTube чуть-чуть попозже я, конечно, выкладываю видео, потому что их пока смонтируешь, пока выложишь. Плюс каждый день в одно и то же время стараюсь. Так что так, жду вас в Инстаграме. Ладно. Пойду заниматься делами. А мы с вами увидимся в следующем видео.